Не правда ли, да? Чё не покушать? Когда тут все вот так вот собрано много. Татьяна ходит. Я первую партию собрал. Принес. Черпать. Бодосиновик и белый. Одну треть. Пол ведра. Литров 7 где-то, ну. Вот ягода синяя. Вот таких грибочков еще берем, попробуем, нарежем и в морозилку, может, довезу. Вот ради вот этих вкусов и витаминов стоит проехать 1000 с лишним километров, цать там сотен, чтобы поесть щучки, поесть ягодку с куста. А купить в магазине, непонятно где и какую выращенную, корица такая самая вкусная ягода. Да и, ну, все вкусное. Это не то пальто, а вот здесь свежепойманное. И это прям кайфушка. Неописуемая. И после морозилки там где-то она отлежала, отвалялась. На рефе привезли ее. Откуда-то непонятно. Лись я есть не буду. Видите, как смолу брали. Красиво, тихо и спокойно. Скоро эта красота останется только на видео, на фото и в своей памяти. Понимаешь, она даже там не зрелая. Да, он бел как клюква. Да, 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 да. Вон он, блин. Дрова выкидываем. Основные палки. Так, у села переберет пизду. Конечно. О, набрала. Нифига себе, ты себе, наверное, тебе хватит, не? Переберут. О, полное ведро. Ну и все, хватит на улице. Такие, бля, горбатые бизнесы, я манал, блядь. За бесплатно, блядь. И мошка еще заедает. Если бы, да, я тебя сразу предупреждал, что мошка не дает, и что делать. Я, конечно, люблю народ, на улице. Юр, блин. Чуть-чуть еще тут добрать. Все. Никаких чуть-чуть, она уселась на блин. Тут тихо, чернички. Ну все, это что такая тяжесть, нахуй, такой подарок. Ну конечно, тут 10 кг. Ты посмотри, она вообще как вся, как одна. Ну, вон, все, смотри, вообще как крупная нашла. Вот, ну, все, во, смотри, ну это как клюква. Она сладкая. Вообще, да. А есть беленькая? Угу. Слушай, если мы начнем есть, мы ничего ей не повезем. Не придется, нечего будет отдавать. Я так на руке. Блин, вон в глаз в этот залетело. Гляди, пока она никуда. Все. О, да, она не. Или прыскайся, либо что-то. Нет. Это... Че, как это везем? Нам надо. Это че, как? Нет, нам чуть, а тут есть-то. Да чуть-чуть там есть. Так давай мы поберем. Вот я тебе говорю, вот туда бесполезно идти. Вот как я. Да и там тоже нет ничего. Слушай, вот как я выходила. Че? Там еще что-то есть. Не, там фигня вся полная. Так пойдем куда-нибудь. Вот поедем. На, побрать чуть. А черники, черники полно. Черники, брусники не так много, а черники. Тебе-то любые надо.
Че, мне-то пофигу. Ну, так пошли, да мне кажется, им хватит нахуй. Ну че я, блядь? А, еще и грибочки. Не, давай мы еще берем. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну здесь что ли ходить, пустое здесь все. Ну, ближе к дому надо. Ближе к дороге. Ближе к дороге, ближе к дому. Там все, я туда и поехал, там все хуже и хуже. Ну, я тебе говорю, вот как я выходила, это какая дорога? Центральная? Да, дорога? Это нет еще. Другая, да? Это она к дому уже, ну, к лагерю. А, к Тамашли. Да. Ты еще чуть-чуть не дошла, метров 300, и будет та дорога. Так. Не подашь. Не хочешь скупаться, ты нализываешь уже. Ну, давай. Махнем. Дырочка сзади там я увидел. В 19-м году ее подклеили, она опять уже протерлась. Но заклею, сделаю. Сейчас споласкиваю и сдуваю лодку. Собираю, убираю. Потихонечку. Мотор донести, бак и все. И всего делов. Как будто не было никого. Обу! Да, неплохо. Ты тоже одобряешь? И ты? Он ягод поел рядом со мной. Да? С руки не стал, цветочки съел. Вот ягодки. Ага. Что взяла? Кислятина? Нет, сладко. У меня там местечко теперь, я его заметила. Где? Там прям целый спуск такой. И все в ягоде. Да? И все в ягоде. Поиски чернику из брусники. Что, нормально там с ягодой? Да, в моем месте, да. Там, как я зашла, прям склон весь вот в красноте. Я снизу шла и брала. Брусника? Да, брусники. Тут Короче, здесь все. Оптимальное место во все года. Да, тут все больше. Тут черники это я не брала. Так, попадалась. Со всех пробует. Да, да, да. А этот молодец, он светочки все ел. Приучен. Да. Вот так это, знаешь, смачно. Да, да, ты ел. Ты. А что, вот еще. Поели. Последняя ночь. Возле костра. Все собрано. А, лодку еще, Тань, надо принести. И хотя бы ее перевернуть, чтобы она это росой сверху только. Сейчас мы лодку принесем. Журчат ручья. Пойдут. Снегири ее просто. Такие красивые. Но мы заняты были прицепом. Куль-куль-куль-куль. Там всплеск такой воды был. Может, не, они высоко шли, так быстро на воду не сядут. Куль-куль-куль-куль! Полетели куда-то. Вот осень уже идет на севере. Блин. Уток-то я заснял сегодня чуть-чуть на фото-видео. Моторки пошел. Блин. Шли боком с леса. И вот так вот туда на угол. Все помытые, побритые, поевшие. Завтра утром завтрак. Сниму, наверное,
яишенку мы пожарим, то с помидорками. Собаки в машине уже сами запрыгнули спать. Уже чувствуют преддверие отъезда. Ну ладно. Пойдем к костру. Свет палки горит. Тайга замирает. Влага будет. Все царит нафиг. Пеще завтра ехать. Ёкарный бабай. Все, увидимся на завтраке.